Привет, друзья, с вами Маркович, и сегодня мы посмотрим на игру под названием Settlement Survival. Как заявляют разработчики, игра была вдохновлена игрой Banished, которая, к слову, также есть на нашем канале. В плейлистах можете ее посмотреть, если еще этого не делали. Об этой игре. Градостроительный симулятор, мы сами строим свой собственный городок, поселение. Здесь нам сами нужно будет добывать разнообразные ресурсы, распределять припасы и организовывать торговые маршруты, ну и тому подобное. Ну что ж, давайте посмотрим и познакомимся с данной игрой. Новая игра, и здесь присутствуют некоторые настроечки. Мы с вами можем выбрать обычный режим, но и, видимо, остров Пасхи. Пока единственное, что нам с вами доступно здесь. Ну, берем обычный режим, давайте. Название города можно выбрать, зерно карты, я так понимаю, рандомис, естественно, да. И можно выбрать дальше размер карты, сложность, катастрофы и что-то специальное. Сложность по умолчанию стоит легкая, но давайте, наверное, хотя бы нормальную поставим с вами. Катастрофы включены, конечно, пускай будут. И специальные, что за специальные? Переключить специальные здания. Здания кубик Рубика и глупый герой будут доступны в меню чертежей. Звучит странно, но пускай будет, наверное. Итак, друзья, вот, собственно, наша карта. Я так понимаю, мы с вами должны будем выбрать, где начинается наше поселение. Естественно, она ограничена. Вот, зона красненькая такая есть. Давайте вообще посмотрим. Какие-то, вижу, рыбные места присутствуют. Места, я так понимаю, сбора чего-либо. Каких-то припасов, ресурсов, да, возможно. Выберите стартовую локацию. Один какой-то там кристаллик, непонятно какой. Ну что ж, ну тут все написано, собственно, плодородная почва, да, указано так, многообразие травы, пастбище дают двойной доход. Охотничьи угодья, охота дает 100% шанс получения, видимо, мяса и всего прочего, да. Множество семян, сбор семян увеличивается вдвое, рыбное место, количество рыбы увеличивается вдвое. То есть можно и на обычных, я так понимаю, где-то местах, да, заниматься всякими делами, но вот где... Они помечены, там, значит, вообще прям шикарно, все и замечательно. Ну, можно было бы начать где-то здесь, в углу, но что-то прям места маловато, не хочется. Такое озерцо красивое еще здесь есть, смотрите. Кстати, в этой игре, по-моему, если не ошибаюсь, можно даже менять ландшафт будет, что, несомненно, классно. Короче, мне нравится, что здесь где-нибудь и начнем. У нас с вами как раз как будто бы и какая-то трава недалеко, да, и как будто бы здесь у нас с вами множество разнообразных семян есть. Плодородной почвы не вижу. Здесь есть плодородная почва у нас с вами также. Здесь охотничьи угодья. Слушайте, ну да, вот это место, мне кажется, нормально. В принципе, тут, правда, рыбных мест не так-то близко они есть. Что тут они, собственно, у нас присутствуют. Да и ладно, я думаю, как-нибудь и выживем без рыбы. Можно здесь поближе к реке начать. В принципе, да? Так, а как-то понять бы, знаете, еще какая зона все-таки? Ну, что-то как будто бы растет на самом деле. Здесь, смотрите, всякие грибочки, прочее, прочее, да? Плодородная почва точно пригодится. Короче, вот здесь ставлю все. Мне нравится вот тут. Хочу здесь. Давайте вот так, на всякий случай, немножечко, как будто бы, чтобы здесь... Уже забирал, все, строим здесь. Выжившие прибыли место, выбрали место, точнее. О, смотри, такой лагеречек появляется, ничего себе, прикольно. Что у нас с вами здесь есть? Давайте пока на паузу посмотрим и рассмотрим наш лагерь. Вот, собственно, вот он, какие-то палатки, здесь что-то у нас есть. 21 житель не имеют места для жительства, ну, дом, короче говоря, да? Построить один дом, цель задания у нас с вами есть, можете построить дом. Жители, имеющие свой собственный дом, быстро восстановят силы. Нажмите R, вращайте, ага, понятно, награда 400 монет, спасибо большое. Смотрим, что у нас с вами есть. Грубая пища. Грубая пища, жизнь. Пища, зачем ты грубишь? Не надо, пожалуйста. Картофель, пшеница, дикий овощ, персик, рыба, горох, кукуруза, овес, рис, лук, гриб, брокколи, ядрить. Тут, короче говоря, ём. Посмотрите на этот списочек. Там всякое мясо разнообразное, прочее, прочее, прочее. Хорошо. Вода. Вода, кофе, какао, черный чай, лекарства, травы, мазь, лечебное масло, повязки, мыло, медицинское мыло и прочее, прочее, прочее. Короче, удобно сделано, что здесь можно по категориям просто выбрать и посмотреть, что конкретно есть и что еще может быть. Это прикольно. Напитки, спиртные напитки, пиво и прочее, прочее, прочее. Класс, прикольно, мне нравится пока что. Хорошо, давайте смотреть. Значит, мы начнем с вами здесь. Здесь какая-то у нас с вами как будто бы множество семян. Здесь плодородная почта также рядом есть. Ну, в общем, довольно неплохое местечко по мне. Что у нас сверху здесь? Какие-то менюшки, информация о ресурсах, да? Ага, мы можем это, видимо, убрать. Статистику посмотреть можем также. Обзор строений, обзор производства. Ну, также могу эти панельки таскать куда угодно. Производство, склад, графики всякие разные, семена, домашний скот. У нас сейчас груша, видимо, да, и брокколи доступны, так понимаю, остается пока закрыто. Хорошо, ну, статистика это еще не вся, видимо, да, тут, ну, короче, всякое разное есть тоже, окей. Карта, так, следите за ландшафтом и распределением построек ресурсов. Ну, это просто мини-карта, я так понимаю, дополнительная, можно тебе как-то поменьше сделать? Один, два, какие-то меточки можно ставить, пометочки, я понял, ага, все, окей, хорошо. Можем управлять. Так, ну что-то какая-то здоровенная, слишком была там поменьше. Все-таки, может, как-то можно это сделать, да? Вроде бы нельзя. Ладно, хорошо, но будем иметь в виду, что у нас есть карты, где можно смотреть всякое разное. Это довольно прикольно.
Ну, понятное дело, вращать можно, все это дело смотреть. Дальше, что у нас здесь есть, давайте также посмотрим. Помощь, так, скорость, ага. Название, счастье, видимо, наших. Нифига там текста. Средний уровень счастья высокий, жители работают эффективнее. Ультранизкие возможные преступления, очень низкие потери. Желание иметь потомство, низкие эффективность работы минус 20, нормальный, да? Так, ультравысокий. У нас с ними сейчас просто высокий, эффективность работы плюс 10, так понимаю, ага. Прикольно, прикольненько, хорошо, ладно. Уровень здоровья, так, высокие расходы силы минус 10%, понятно. Давление на жителей, численность населения, счастье, здоровье, корпус. Ну, не давление, наверное, влияние просто, да, на количество, что ли, жителей. Рождаемость 94% у нас в итоге получается. Здесь у нас сами взрослые ученики, дети. Ну, в общем, как в бане, что-то тоже было, да. Временные работники, нажмите, чтобы открыть сведения о найме. Что-что-что? А, жители просто, понял. Так, мы с вами можем нажать здесь, и у нас реально появляется статистика. Кто у нас с кем является? Строители, рабочие, ребенки. Отлично, все, здесь тоже небольшая информация есть. Мужчины, женщины, рабочий, строитель, ремонтник. Бездельничает. Хорошо. Так, у нас что? Исследование. О, вот это хорошо. Довольно много всякого разного, да? У нас и фермерство, у нас с вами обработка, добыча, строительство, качество жизни, видимо, или что за качество? Ну да, мыло там, прочее-прочее, обучение, логистика, торговля, ё-моё. Очки исследования 3, мы с вами сможем всякие-то тростники, рыболовную сеть, видимо, да, там и так далее, и тому подобное. А, ага, ага. Нужна обработка вязания, то есть обработка и вязание нам с вами нужно будет здесь взять. Изучить. Хорошо, хорошо, ладно, это мы с вами тоже, думаю, еще разберемся. Так, денежки у нас, серебряные монеты у нас с вами 0, минус 5 градусов, месяц 1, год 1, и времена года, собственно, здесь будет передвигаться ползуночек, будем видеть, что у нас происходит сейчас. Ну и снизу у нас меню строительство, так понимаю, да, жилье, прочее, прочее, прочее. Можно посмотреть, что у нас здесь есть, разные дома. Временное укрытие для 24 человек также присутствует. Есть обычный дом, тут у нас всякая еда, угу. Поле, поле, как обычное поле, но с неизменяемым размером. Выращивание растений, поле, хорошо, фруктовый сад, пастбище, есть, что это такое, о, это рыбацкая лодка, ну, короче, понятно. Винокурни, прочие штуки всякие разные, интересные, но тоже будем с вами все это смотреть, изучать, дорожки тут всякие прикольные, декоративные штуки, я так понимаю, да? Тоже ух ты, ё-моё, большой замок, 9999 камня, еще чего-то и 9, уф, большой замок, охренеть. Ладно, хорошо, допустим, допустим. Ну и добычу можем указывать, что добывать, где и как там и тому подобное. Ладненько, поехали, давайте будем с вами начинать строить дом. Я, наверное, сейчас даже сразу как-нибудь хочу дорожку. Скорость передвижения жителей на 25%. Проселочный дорог, туннель. Ага, создавать туннель и мост можно сделать. Но вроде то же самое было примерно в бане, плюс-минус, да? Ну, для начала хочу, давайте дорогу обведем все это дело, чтобы у нас... Вот так было, еще могу здесь дорогу сделать, кстати, да, как будто бы. Ага, слушайте, прикольненько. Все, ну запускаем, давайте, товарищи рабочие. Все у нас там пока бедные, бездомные, несчастные. Ну ничего страшного, ничего страшного. Я думаю, скоро это изменится. Так, у нас тут что-то, а, интересно, в озере можно рыбу ловить? Я надеюсь, что можно. Какие-то там уголь как будто бы есть. Горы и прочее, прочее, прочее. Так, ладненько, строим дом, да, ну давайте посмотрим. Нам для дома нас мне нужно 24 дерева, 12, видимо, какого-то камня и 5 чего-то еще. То ли руды, то ли что-то такое. А что у нас с вами, давайте по ресурсам посмотрим. Руда, это у нас с вами руда, это железная руда, судя по всему. Вот она здесь есть, строительные материалы, камень, да, вот тоже он нужен здесь. 12 штучек, ну и, соответственно, так, пища, вода, лекарства, сырые материалы. Древесина, пожалуйста, вот у нас тоже 300 есть. Так, вот он домик, имеет какую-то тоже площадь, скажем так, да. Что ж, в этой стране, я говорю, как бонусов особо никаких нет. Давайте, наверное, здесь начнем строить тогда. Хочу домик здесь. Так, вы строите дом, добавьте строителей в дом строителя. Чтобы закончить строительство, бездомные жители переедут в новый дом как семья. Ага, фертильных взрослых будут дети, когда их дома будут неполными. Когда дети вырастут, они захотят переехать. Новые дома могут использоваться одним гражданином, парой или всей семьей. Понятно. Все, постройка пошла, вон они там уже вышли, начали ковырять потихонечку дорожки. Но пока у нас с вами обычные, естественно, дороги будут, какие нам с вами еще здесь делать. Так, это у нас что такое с вами? Это у нас хранение ресурсов здесь происходит. Я что-то не могу, кстати говоря, двигать штуку. Ладно. Так, окей, ресурс так ресурсы, можно как-то улучшать. Улучшить за материалы можно, да? Расширение улучшает склад, чтобы хранить больше предметов, понимаю. Так, это что такое? Дом строителей, кстати говоря, вот, и здесь у нас строители работают. Работают наши строители, которые сейчас занимаются постройками, видимо, да? Угу. И, собственно, у нас сами... Это рынок. Это рынок. Я понял, какой-то, видимо, крытый рынок такой получается. Здесь у нас сами тоже кто-то работает, продавец один работает. Вакансия закрыта, можно открыть вакансию, довольно много их может быть здесь. И, я так понимаю, можно будет еще заниматься также вот этими делами.
Что ж, хорошо, а мы пока, собственно, ну, продолжим в том же духе, не знаю, сейчас будем строить, пока материалы не сюда носят. И будем заниматься. Так, нифига себе, F2 у нас. Увеличить скорость можно до X10, кстати, мы с ним можем сделать. Они тут уже как будто бы что-то принесли. Некоторые жители замерзают, тепло уменьшается в холодную погоду. Если тепло равно нулю, здоровье также будет уменьшаться до тех пор, пока этот гражданин не умрет. Ага. Нам с вами требуется топливо, построить лесопилку. Производство 4 лесопилка. Понял, давайте попробуем, посмотрим. Лесопилочка. Значит, лесопилка может превращать... Еще раз. Лесопилка может превращать древесину или сушеный навоз в топливо, который можно использовать для обогрева домов. Хорошо, но нам с вами, наверное, нужно тогда и какая-нибудь... Или как они, просто будут лес выпиливать, что ли? Ну, допустим, у нас леса здесь много, как бы. Леса-то здесь много. Поэтому я думаю, что мы с вами сейчас обеспечим. Чуть подальше хочу это все сделать. Не у нас здесь в райончике в нашем, да, вот куда-нибудь сюда в лесочек отведемся, это дело. Здесь у нас сами охотнички еще можно будет расположить. Хорошие охотничьи угодья у нас также под боком здесь находятся. Но это, опять же, чуть-чуть попозже, да, будет. Поэтому давайте мы с вами сейчас сюда, лесопильня. Окей, строю лесопилку. Интересно, если я дорогу не буду там строить, они как к этому отнесутся, нормально вообще или... Или не очень. Ну, сейчас увидим. Так, давайте X10 пока зажмем, чтобы они там побежали строить, вообще-то уже, значит, даже без дороги строят. Но понятное дело, что по дороге будет быстрее перемещение у них происходить. Ну, кстати говоря, даже дом по частям строится. Прикольненько довольно-таки. Что ж, нам по-прежнему нужно построить один дом. Сейчас мы с вами будем еще и материал добывать. Дом построен. Дом построен. И, собственно, давайте посмотрим. Уже здесь трое живет. Трое из четырех. Дети, рабочие и рабочие. Ага. Нам явно нужно больше домов строить. Как бы, как ни крути, да, потому что жить-то надо где-то. Людей у нас с вами довольно много, поэтому всем по домику, как говорится, а там все уже будет хорошо. Так, давайте, наверное, так построим еще. Главное, чтобы материалов хватало нам для начальной постройки, а там уже будем добывать всякое разное. Так, не-не-не, вот сюда, пожалуйста, сюда вот так. Не вот здесь. Дорожку сделайте, пожалуйста. Спасибо большое. Ну и здесь тоже дорогу сделаем сразу. Все, товарищи строители, надеюсь, вы там справитесь как-нибудь. Давайте, наверное, сейчас побольше сюда, если можно. Еще у нас вакансии здесь есть. Я открою. Вот так, две вакансии. По идее, должны, наверное, присоединиться, я так понимаю, сюда ребятки-то у нас. Есть две вакансии для вас, открытых. Можете пойти посмотреть, что и чем происходит. Бездельничает 11 человек у нас. Йоу, бездельники, давайте, идите, пожалуйста, работайте. Не надо бездельничать. Строители. Продавец, ребенок, рабочий. Никто не хочет присоединяться. Ну, видимо, безденежные у нас уже рабочие, в принципе, которые заняты, да, чем-то. Травы, древесина. Немножко древесина с ним появляется. Хорошо. Древесина — это прекрасно и замечательно. Так, это я пока закрою. Мы с ним получаем. Спасибо. Постройте два стандартных. Вы можете построить... Что стандартных? Посадка назначается после назначения... А, ну, видимо, поля какие-то. Полям нужны определенные температуры и время года для роста. Угу. Нифига себе, они здесь дома уже притащили и грибы, и пшеницу, и персики, и какие-то дикие овощи. Ну, это все, что у нас было, и воды там куча всякой разной, да? Так, ну давайте с едой разберемся. Что у нас нам нужно стандартных? А что значит стандартных? То есть это обычное поле поставить мы с вами должны. А если я поставлю такое? А, ну это мы с вами можем сами назначать сколько угодно, а это уже как бы вот какое есть, такое и есть. 8 на 8, да, поле? Что ж, хорошо, поле это прекрасно, и вот нам подсказывают, что вот здесь. Прям шикарное местечко, такое маленькое, я думал, побольше будет, честно говоря. А здесь везде такие маленькие. Хорошо, нам нужно с вами построить два стандартных поля, да? Угу. Ну, определенно здесь будет поле. Я думаю, что тут как раз-таки их поставим. По крайней мере, одно для начала, да? Так, и нам без разницы, как его ставить. То есть мы просто с вами вот так вот сделаем пока что раз. Разместите поле. Вам потребуется выбрать, чтобы вы будете выращивать. Назначить фермеров, чтобы начать посев. Угу. Когда фермеры не работают, они помогают рабочим приносить предметы и выполнять простые задачи. Это хорошо, кстати говоря. Период с марта до сентября — это рабочий сезон. У нас с вами сейчас какой? Что у нас там? У нас февраль сейчас. А, ну получается, дальше март как раз пойдет. Слушайте, как раз март, вот он и пошло дело. Хорошо. Так, новые изменения. Растения могут быть получены в основном через торговлю и станцию сбора. Подтвердить. Стройте, пожалуйста, здесь, и я еще одну поставлю сразу же. Рядышком, вот здесь на обычном месте получается. Все, будьте любезны. Там, сям, здесь у нас вообще какое-то плодородное будет поле. Тут у нас обычное будет поле, тоже неплохое. В общем-то, пока построить, а там дальше будет уже видно, будем разбираться, что и как, и зачем, и почему, да? Все, X10 опять ставим. Так, здесь у вас что? Здесь у вас пока ничего, давайте я пока приоритетом побольше поставлю сюда. Вам нужно железные руды притащить, которые у вас есть. Еще пока давайте тащите и строите, пожалуйста. А, вон какие-то здесь фазанчики или кто это у нас? Какие-то, короче, птички у нас здесь тусуются, смотрите. И правда, это место для охоты. И у нас было не одно место для охоты, еще здесь тоже вон птички тусуются. И какие-то овощи, как будто бы есть, грибы и прочее, да? Это хорошо. Это замечательно. Стук. А, ну это и стройка пошла, видимо, понимаю. Хорошо, мы с вами тоже это дело застраиваем. Сейчас еще дома всем построим, не переживайте. Так, здесь у нас с вами что?
Здесь у нас с вами есть два товарища, и нам с вами нужно выбрать, я так понимаю, да? Что мы с вами будем выращивать. У нас только брокколи есть, поэтому вариант небольшой. У нас с вами здесь то же самое, видимо. Брокколи. Привык культуры, дающие брокколи, быстро растут, но дают маленький урожай. Ну что поделать? Что поделать? Так, и мы с вами забираем здесь награду. Закройте один стандарт, нажмите настроение, чтобы узнать подробнее. Вы можете отменить строительство, нажав зеленую кнопку рядом с стандартное поле. Строительство... Боже мой, зачем останавливать? Я уже построил. Ну давайте еще одну построим, хорошо. Ну типа, поставим ради задания. Мы ставим поле здесь. Берем, что нажимаем? Отмена. Может быть, имелось в виду все-таки обычное поле вот это ставить, потому что счет, ну как, нам как бы засчиталось, но закройте одно стандартное. Закрыть, наверное, имеется в виду вот это вот, да, закрыть. Да, да-да-да, все, окей, я сделал это, боже мой. Все, понял. Хорошо, спасибо большое. Дальше. Постройте один большой. Что один большой? Вы можете построить это в ресурсы 3. Так, ресурсы 3. Большой что? Большой колодец, наверное, имеется в виду, да? Вы можете использовать трансформацию для сбора материалов на земле. О, боже мой, что большой? Это большой. Ну, тут со словом большой есть только колодец. Больше большого здесь нету. Так, еще домик у нас с ним появился. Отлично, замечательно. Один, точнее, домик. Нам с вами нужны сюда материалы в том числе. Я думаю, что надо собирать что-то еще, помимо всего прочего, да. Снести строение нет. Собрать все ресурсы в выбранной области нет. Срубить деревья в выбранной области. Это да, это мне подходит. Хотя дерева у нас с вами пока что много довольно-таки. Может быть, нам с вами нужно быть камень. Так, камень у нас с вами тоже немножко есть. Тут руды я хочу подбывать, честно говоря. Но руда. Собрать все растения в выбранной области. Камень и железо в выбранной области. Так, где у нас железо вообще? Это как будто бы уголь вижу. Вижу камень. Железо, честно говоря, пока не особо, чтобы я видел. Может быть, это что такое у нас? Это непонятно, что. Это что-то. Ну, давайте поставим колодец в любом случае, да, он нам пригодится, я думаю, как раз вот сюда хочу его бахнуть. Оп. Рядом с домами. Все, подтвердить. Стройте, пожалуйста, стройте колодец. Так, ну, дома, кстати говоря, как будто бы даже немножко разники получаются, да, чуть-чуть модельки отличаются, это хорошо. Это прекрасно. Так, у нас все еще есть бездомные, ребята, поэтому нам с вами нужно еще дом строить, я так считаю. Так, ставлю-ка я дом вот здесь. Рядышком еще один. Ну давайте сразу с дорогой тоже подведем сюда. Чтоб красивенько был. О, какой бычара там ходит или кто такой. Ну-ка, сейчас подожди секунду, друг, мы тебя посмотрим обязательно. Ты что такое? Мы можем как-то тебя вообще выделить здесь, посмотреть? Не можем, к сожалению, да? Так, новое очко исследования с ним получили. Это хорошо, это замечательно, получено новое очко исследования здесь. Супер, а здесь что еще такое? Получено новое семечко. О, семена льна мы с ним получили, кстати, лен. Хорошо. Это приятно, это замечательно. Так, ну все, у нас с вами работа здесь кипит, собственно, на полях, как видите, тоже потихонечку они там производят. Вон и дождик пошел. Шикарненько. Так, большой колодец мы с вами построили, замечательно. Сделали. Вода, то есть будет, да? Нифига, реально здоровенный колодец. Смотрите, какой маленький человечек рядом с ним. И какой, блин, огромный колодец. И люди здесь также работают. Шикарно, шикарно. Построить хижину. Хижина лесоруба работает лучше в лесах. Вы можете использовать команды. Подожди, а это что мы строили? Лесопильный цех, то есть все-таки это немножко другое, да, это именно просто ну, имеющееся дерево уже. Хорошо, тогда мы с вами строим хижину лесорубов, где она есть. У нас есть лесники, которые занимаются заготовкой, есть станция сбора съедобных диких растений. Охотники, ну я так понимаю, что вот это скорее всего, хотя нет, подождите, у нас же это и есть, или нет, нет, это другое. Вы не понимаете, это другое, да, ну давайте ставить в лесах, собственно вот у нас тут лес обширный такой есть. Я рядышком поставлю здесь, много леса довольно-таки. Все, будьте любезны. Так, выстроить лагерь сорубов, он имеет область действия. Лагерь сорубов — это постройка, которая производит древесину. Лесники срубают взрослые деревья и садят молодые саженцы. Лесники заняты обеспечением экологического баланса, не дают большой добычи древесины. Не дают большой добычи древесины. Вы можете открыть фермы леса в исследованиях для получения стабильного источника древесины. Понял? Хорошо. Но так или иначе, сколько-то они дают. Здесь что у нас такое? Мы можем выбрать материал, да, из чего делать. Сушеный навоз у нас есть, кстати говоря. Из этого топлива можем делать. Или из дерева. Да давайте, наверное, из дерева. Убираем древесину, все, топливо можно максимум 200, хорошо, пускай будет. Пускай начинает работать, пока один человечек у нас там с вами этим занимается, шикарно. Все, ну и здесь. А я хочу все-таки немножко, наверное, пособирать. Собрать растения в выбранной области, давайте вот здесь вокруг города пособираем что-нибудь. Много всего тут есть, что они могут собрать, какие-то грибочки, там еще что-то такое, кроме грибочков. Есть какие-то, как будто бы пшено или не пшено, не знаю, в общем, что-то. Я, может быть, это лен вообще. Ну, короче, что-то там я сейчас не буду собирать. Как раз этим работнички занимаются, наши, пускай собирают. Что у нас по домам? Все еще есть бездомные ребята, я так понимаю, да? У нас с вами. Так.
А у нас с вами закончился камень тем временем, кстати говоря. Ну вот, надо камень подбывать по этому поводу сейчас. Область, ну вот камень какой-то здесь есть, где-то поближе, здесь есть камень. Давайте, соберите, пожалуйста. Весь камушек также, потому что надо. Потому что надо собрать, нам нужно достраивать наши нужные штуки. Так, хижину, мы с вами сейчас хижину лесорубу построим. Вот, надо потихонечку строить, только камень не дособирают, и будет хорошо, да? Использовать команды 0 для сбора материалов. Ну, это вот, да-да-да, то, что мы с вами сейчас чем мы с вами сейчас и занимаемся. И все-таки, бездомные ребята, точнее, ну, надо это исправлять, я считаю. Потому что без дома жить, как говорится, не очень хорошо. В доме жить лучше, поэтому я хочу еще дома построить. Давайте парочку бахнем тоже сразу вот здесь. Плюс какие-то материалы еще, у нас тут потихонечку, я смотрю, склад заполняется чем-то, у нас тут и камень появляется, да? Ой, как много камней собрали, воу. Я думал, будет меньше гораздо, но они очень много собрали, молодцы, молодцы, продолжают собирать в том числе, да? Еды у нас пока все еще много, картофель, пшеница, овес, дикий овощ, брокколи дофига, персиков много, слушайте, ну разнообразие даже какое-то есть. И плюс у нас с вами выращивается, смотрю, здесь, да, вот за счет этого у нас с вами, конечно, брокколи должно быть просто невероятное количество. Ну, 8 сотен и есть, оно и понятно. Не мудрено, в общем-то, сейчас. Хорошо, мы с вами пока продолжаем. Настало время осеннего сбора урожая. Уже осень пришла, ё-моё, торговое судно, кстати, смотрите-ка. А, ну это еще не скоро оно прибудет, так в следующем году. Осень, зима и все вот это вот. Давайте стройте, пожалуйста, это быстрее, у нас железо кончилось, ё-моё. Так, а где мы с вами железо можем собрать? Вот это все-таки что такое? Не уверен. Давайте соберем это, чтобы это не было. Посмотрим. Железо. Ну, я вижу, как будто бы это уголь, как будто бы камень, да? Возможно, среди камня будет попадаться железо, потому что прям железах я, ну, каких-то отдельных еще штук здесь в зале же я не вижу. Прямо как будто бы его здесь и нету. Ну, то есть только такое и такое. Камень и вот что-то похожее на уголь. Ну, пускай собирают в любом случае, а там мы с вами уже будем разбираться, я думаю, да, как-нибудь. Я думаю, нам что-нибудь с вами игра тоже по этому поводу подскажет. Как будто бы даже что-то есть. Как будто бы они сейчас что-то носят туда. Руда. Ну, железная руда у нас с вами, да. Они, видимо, собрали ее все-таки. Видимо, здесь она была. Что ж, хорошо, тогда достраивайте. Ой-ой-ой-ой, уже, смотрите, инеем покрываются деревья. У нас зима наступает. Бездомные наши ребята, давайте. У вас расход силы большой, потому что со здоровьем, видимо, не очень. Постройте, пожалуйста, хижину. Будьте любезны. Так, я так понимаю, все-таки, наверное, дорога им нужна, да, еще? Давайте дорогу им сделаем. Так, ну кажется готово, кажется все, теперь сейчас у нас будут эти материалы, так сказать, будем производить потихонечку топливо для домов, чтобы люди у нас не мер... Во, пошло дело, ядрит, тут там еще деревья рубят, потому что у нас сами дорогу прокладывают они, да? Так, ну что-то происходит, что-то там у нас какая-то у нас сами... Ага, вон там пошла работа, вижу. Плюс здесь у нас сами еще леснички, наши ребята, да, срубить деревья. Вырубка деревьев включена, хорошо, посадить. Посадка деревьев включена. Ага, не-не, все, сажайте, вырубайте и все это делайте. Также можно улучшение при помощи каких-то материалов. Нам с вами нужен строительный компонент, да? Которых у нас с вами нет пока еще, естественно. Ну что ж, хорошо. Нужна больница или... Сломал кость, да ты что? Профессия лесник, ну ё-моё! Да как так получилось-то у тебя? А у нас ничего... А, у нас-то ничего и нет, как бы тебя, понимаешь? А ты можешь как-то сама поправиться? Пусть сама по себе можешь выздороветь, пожалуйста, как-нибудь, нет? Было бы здорово с твоей стороны, конечно. Все, дома у нас сами теперь вроде как. И все еще не всем хватает. Жителям холодно, потому что домов-то у них нет, видимо, да? Хотя нет, согревается он. Но не всем еще дома хватает, поэтому надо еще один домик построить. Давайте здесь это сделаем. Вот так, будьте любезны, еще один домик, пожалуйста. Ну все, здесь у нас с вами процесс пошел. Пошла вырубка, собственно, и здесь топливо у нас с вами также производится. Топливо мы с вами можем посмотреть, у нас с вами 106 сейчас единиц есть, и вроде бы пока что этого хватает даже, что ж, отлично. Хижину построили, станцию, вы можете построить это в ресурсах. Что же, давайте посмотрим, что за станция от нас с вами требуется. Так, больше растений растут под взрослыми деревьями. Вы можете здесь использовать команды, собирать материал. Это я понимаю, да, какую станцию нам с вами построить надо. Станция здесь есть... Станция сборщиков, видимо, да, занимается сбором съедобных диких растений и агавы. Дикие растения в основном расположены рядом с большими деревьями. Так, ну вот что тут, ну, зимой хрен поймешь, на самом деле. Я думаю, что в лесу. Я думаю, вот здесь травы какие-то, как будто бы их много, да? Но это никак, кстати говоря, здесь не отображается. Хорошо, но рядом с большими деревьями мы сами видели, что там действительно много всего в лесу, поэтому просто в лесу это также и построим. Вот здесь много деревьев, вон там какой-то вижу растение. О, как здесь, слушайте, смотрите, нифига себе, толпа бизончиков или кого-то подобного. Просто построим здесь чуть подальше. Вот так сделаю, да? И также они здесь будут собирать это дело, я надеюсь. Как раз это будет попадать в их зону действия, скажем так. Так, у нас имя... А, вот тут на самом деле тоже довольно много всего, но я хочу немножко подальше подвинуть это все еще вот сюда. Чтобы зона у них была побольше, по разнообразию, скажем так.
так сделать. Да, хочу сюда подставить. Попробуем там разместить. Посмотрим, как они будут собирать. Пока вроде то, что собирается довольно неплохо, на самом деле, из того, что я успел здесь разглядеть. Сейчас дорожку тоже сделаем, сразу подведем к этому зданию. Все, товарищи строители, давайте стройте, занимайтесь. И приносите нам, собственно, штуки всякие разные. Декабрь прибыл, как забавно пишется про то, что новый месяц начинается. Так, здесь уже тоже живут люди, но пока еще ничего нет. Они просто, видимо, не успели принести себе ничего. Давайте немножко ускоримся. Сейчас они, я думаю, как раз будут этим заниматься. Что у нас по воде вообще? Воды у нас с вами довольно много, это хорошо. Еды становится чуть меньше, но я думаю, ничего страшного. Сейчас скоро, хотя как скоро, зима только началась. Нам с вами зиму нужно пережить. Но я думаю, что 1900 еды нам с вами хватит. А дальше у нас с вами поля. Поля вступят в свою силу, и мы с вами сможем это сделать, да? Так, ну что, теперь с вами строим станцию. В любом случае, давайте приоритет сразу повыше сделаем. Камни у нас есть, руда у нас с вами также присутствует. Стройматериалы у нас с вами также есть, дерево, да? Хорошо, поэтому я думаю, что сейчас все у нас с вами должно быть хорошо. Здесь у нас деревья потихонечку, как мы видим, рубятся. Это шикарно. Шикарно. Если что, мы с вами можем также им отметить, чтобы они срубили еще что-нибудь вокруг города. Но пока, я думаю, оставим все как есть. В общем-то, и все будет хорошо. Мне не очень нравится здоровье наших ребят, к сожалению, но пока мы с этим ничего сделать не можем. Ну и потихонечку начнем строить еще дома, кстати говоря, как будто бы уже вот-вот уже и скоро весна, потому что снег-то куда-то у нас с вами шел, опять проливные дожди. Но все еще у нас с вами что сейчас? Сейчас у нас февраль, да? Опять получается. Год второй уже, месяц второй пошел у нас, ну да-да-да. Все верно, февраль прибыл, отлично. Что же, хорошо, год довольно быстро прилетел, на самом деле, первый у нас с вами, прям вообще шикарно. А станции, они пока еще не достроили, не хватает чего? Да всего хватает. А, просто строят все. Окей, просто строят. Какие-то, смотрите, здесь гусики или кто-то такие ходят. Вон они тусуются. Отлично, все. Здесь у нас также есть ребята, которые будут здесь работать. Шикарно. Просто замечательно. Ой, там подсолнухи как будто бы выращивают. Но на самом деле здесь они сейчас должны собирать всякое разное. Правда, пока всякого разного я не особо здесь чтобы видел. Куда-то оно все исчезло, видимо, после зимы. Ну что ж, дождемся, пока опять появятся. Они будут собирать. Слушайте, реально, где здесь гусики он есть? Забавные лесные какие-то ходят площадь. Все, мы с вами сделали хижину. Охотничью хижину теперь нам с вами нужно построить. Замечательно. Давайте этим займемся. Мы с вами видели здесь как раз таки охотничьи места. Вот они угодья, да? Здесь, тут, да и так, в принципе, какие-то гуси ходят. Еще какие-то вон здесь ребят тусуются. Так что, думаю, проблем с охотой не будет. И поля у нас с вами пошли. Шикарно. Поля нам с вами тоже должны принести что-то хорошее, я думаю. Так, сколько у нас с вами сейчас бездельников? Трое всего. Но поэтому, наверное, поля больше пока делать не будем. Давайте мы с вами сейчас возьмемся и охотничью хижину поставим, хижина охотника, вот. У нее тоже есть свои, так сказать. Как нам с вами ставить? Прямо здесь надо, что ли, на этом месте? Ага, она перемещается вместе с этой толпой, понимаю. Ну, давайте поставим просто это здесь в лесу. Я думаю, что они сами здесь дальше будут охотиться. При необходимости. Только единственное, что я, наверное, дорожку еще протяну сюда. Чуть подальше в лес тоже, вот так вот. Как раз около этой дороги мы с вами где-то все это дело сейчас и поставим. Охотничья хижина, ну давай здесь, допустим. Короче, эта постройка покрывает всю карту, ничего себе. Ну давайте строить здесь тогда, без разницы, просто поближе к этим местам, чтобы там охотники тоже могли охотиться. Но я думаю, что они и при желании здесь будут охотиться, и там будут охотиться, и, короче, везде они будут охотиться, где нужно. Поэтому просто строим пока что. Материалов нужно не так много, у нас, в принципе, все это сами имеется, сырье и прочее-прочее. Давайте, наверное, чем-то еще сейчас пособираем. У нас, хотя, как будто бы здесь реально загружен даже, смотрите, там воды так много стало, жуть какая. Воды становится все больше и больше, еды не то чтобы пока больше, но год, так сказать... Сезон, точнее, урожай только начинается, поэтому я думаю, что здесь все будет хорошо. А мы с вами... Так, здесь у нас перерабатывается все это дело. Перерабатывается, хорошо. Я хочу попробовать вот что. Я могу, допустим, сюда еще человечка назначить? А, все, вот так вот. Мы нажимаем еще сами потом на плюсик, и тогда человек сюда идет. Окей, окей, понял. Вот так это и работает. Ну что ж, хорошо, хорошо. А давайте мы, наверное, сами еще дом построим, да, потому что надо больше... Чтобы ребятки могли, так сказать, пополнять свои семьи и все. Вот опять там какой-то кость что-то поломал. Ё-моё. Давай не будешь ломать, пожалуйста, а? И причем опять поломали связанных с древесной промышленностью, так скажем, да? Что у нас здесь? О, лук, овес, дикие овощи. Смотрите, травы, грибы собирают, горошек собирают. Молодцы какие. Но потихонечку, полигонечку, здесь у нас с вами тоже процесс этот идет, естественно. По сбору. Так, здесь у нас с вами все, стройка тоже продолжается. Немножко еще ресурсов принесут сюда они и... Будет все хорошо, будут охотнички, наши охотятся, плюс еще мясо получается какое-нибудь, например, да? И это еще больше еды, соответственно. Так, ну и здесь тоже не забывайте про дом дополнительный, тоже строить, пожалуйста, чтобы было больше возможностей у нас с вами. Я думаю, что мы с вами потом где-нибудь еще тоже здесь дома сделаем. Ну, в эту сторону, прямо здесь тоже что-нибудь построим. Какие-нибудь еще там у нас с вами необходимые наверняка здания появятся, да?
надо будет строить. Там, типа, клиника, кстати, у нас сами есть. Лечебный, используется для лечения болезней, увеличивает здоровье жителей. Материал постройки. Но, кстати, не то чтобы прям какие-то сложные материалы были, но я думаю, что мы сами еще до этого доберемся. Возможно, нам даже игра скажет, чем-то такое построить. Вот, но сейчас мы сами именно хижиной охотника занимаемся. Ну что ж, тут буквально немножко осталось недостроить. Чуть-чуть сейчас еще поколотить молоточками своими вот этими вот. И все будет готово. Супер, есть контакт. Так, и у нас сами как раз один человечек здесь начинает работу. Ну что же, надеюсь, он нам тоже сейчас будет приносить полезности всякие разные, и эти полезности пойдут к нам на склад, само собой. Ну а дальше мы с вами будем уже, собственно, заниматься. Постройте лесопилку. У нас лесопилка уже есть, мы уже построили ее. Спасибо большое, сразу. Постройте суммарно 7, что, домов? У нас уже тоже есть, спасибо большое. Ремонтную. Так, мастера по ремонту устраняют ежедневное повреждение ваших зданий. О, вот это, кстати говоря, хорошо. Это у нас с вами должно быть где-то вот здесь. Мастерская ремонтников. Да, ремонтная мастерская, вот она. Нанимать мастеров по ремонту. Ага, повреждены. Так, ну что же, мы с вами строим это где-нибудь, да, где-нибудь, на самом деле, не обязательно прям в городе. Здесь, ой, здесь много травы всякой разной, ё-моё, смотрите, все это бы собрать бы, да? Я думаю, что и здесь немало, да, у нас тоже всего разного, всякого добра, которое как раз сейчас травники-то и собирают, на самом деле. Что ж, я строю вот здесь ремонтную мастерскую, я так понимаю. Ну все, строим, да. Как раз они будут заниматься ремонтом наших построек, вообще, видимо, всех, я так понимаю, да? Окей, строим. Какие там материалы нужны? Ну, в принципе, только 40 дерева. У нас 40 дерева уж найдется, я думаю, да? Давайте мы, наверное, скажем, еще немножко дерева подобывать. Вот так, вокруг, знаете, вокруг города чисто чуть-чуть подровняем всю эту древесину. Во, пошло дело сейчас. Плюс дерево у нас сразу должно быть много-много. Все склады переполнены, граждане негде хранить вещи. Требуется больше открытых складов. Они... Ага, хорошо. Спасибо. Так, давай, открытый склад у нас есть. Паром и рынок. Так, склад, хорошо. А, ну мы тоже как бы отмечаем конкретно, сколько нам нужно под склад вместительности. Ну давайте пока 4 на 4 еще один сделаем. Вот здесь, пожалуйста, храните. Все, пошло дело. Хранят ресурсы здесь. Ну и, соответственно, мы с вами, наверное, будем тогда склад такие же делать около наших производственных зданий. Да, туда будем всякое разное складывать потом и уже, соответственно, от этого будем плясать. Новые животные. Индейки. А, ну это, видимо, потому что на них охотятся, теперь понимаю. Так, а осень снова пришла, жесть, как быстро. Конечно, здесь время летит, просто жуть. Ну, что поделаешь. Так, тут у нас с вами тоже работает один человечек пока что. Обслуживание не тратит ресурсов, хорошо, но он, по идее, вот он должен ремонтировать наши, собственно, забитые, точнее, в плохом состоянии здания. Так, ну, склад потихонечку забивается. Смотрю на склад, говорю, что он забивается, и при этом еще ремонтное здание, ну, вы поняли. Хорошо, сделали. Построить церковь. Угу. Может построить... В услуге 6, только повышает счастье жителей в области их действия. Ага. Ну вот я, честно, с этим и строил здесь таким образом, чтобы можно было поставить это здесь ее, и, соответственно, было влияние церковь. А, ну зонт влияния огромный, на самом деле, это хорошо. Но так или иначе, строим здесь в центре. Что ж, хорошо, нас предупреждают, что территория ограничена, это все понятно, давайте будем строить. Камня у нас с вами не хватает, но камень это не беда, да, потому что мы с вами можем его добывать, опять же. Сейчас зима, ни черта, правда, не видно. Все как будто одинаково. Вот где камень? Где-то здесь был камень. Вот этот камень. Да, давай, добудьте здесь камень, пожалуйста. Вот этот весь уберите. Здесь немножко как будто бы угля-руды, поэтому собираем пока в том месте. Так забавно, сейчас у нас гусики здесь вышагивали по нашей дороге, прям такие шли сюда, оп, друг за другом, и ушли куда-то в лес. Ну что ж, церковь строится потихонечку, полигонечку, осталось буквально все, готово. У нас, правда, сейчас беда, у нас некому работать там. Вот в чем беда. Надо кого-то откуда-то, собственно... Прям индюшки... Он, ты топором ее фигачишь? Он только что топором ее фигачил? Жесть, ну ты жесткий, конечно. Ужас какой. Хорошо, ладно. У нас, слушайте, у нас брокколи миллиард просто уже. Мне кажется, можно одно поле вообще реально отключить. Вот это вот. Попробуем отключить поле. Давайте мы отключим его. Вот так вот. На паузу поставим. И как раз сейчас одного человечка отправим сюда. Оп. Все, работа пошла. Работа пошла замечательно, мы с вами построили. И теперь как раз нужно будет строить клинику, где мы с вами будем бедных наших ребяток лечить, чтобы они вот эти переломы залечивали, ну и вообще в целом поддерживали свое состояние здоровья, да, потому что здоровье у нас что-то как-то прям вообще хромает. Клиника, там тоже нужны довольно обычные материалы, ну и здесь рядышком мы поставим, как раз таки тоже вот весь этот райончик под зону влияния попадает. Хорошо, да, давайте начнем строить ее тоже тогда, в таком случае, и чтобы они уже могли как раз озаботиться своим здоровьем, скажем так. Вуаля, все готово. Итак, здесь сразу человечек работает, и вот наши с переломами ребята туда пошли, видимо, лечиться. Окей, хорошо, мы с вами что можем? Исследование, распространение через воду, холера, ё-моё.
Распространение через кожу корь. Ё-моё, исследование болезни. Я понял, но я надеюсь, что вы хотя бы переломы будете залечивать. И все у наших ребят тогда будет хорошо. Но, по крайней мере, сейчас уже счастье у них поднимается. Потому что, видимо, и здоровье будет все хорошо, я надеюсь. В скором времени, когда они посетят данное заведение. Ну что, друзья, вот такая вот игрушечка. Дальше нам с вами нужно будет построить винокурню, все проще. Но что ты правда, похоже на баню. Вроде как не соврали. Посмотрим, что будет дальше. Друзья, от вас, как всегда, жду комментариев, как вам данная игрушка. Хотели бы видеть продолжение на нашем канале. Ну а на сегодня мы с вами будем заканчивать. Спасибо за просмотр. И всем до скорого. Увидимся. Пока-пока.